С начала года в Когалыме зарегистрировано 49 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В 2023 году задержано 11 горожан за сбыт или хранение опасного зелья. Общий объем изъятых запрещенных веществ составляет почти 500 граммов. Наблюдается снижение числа так называемых наркогастролеров. Это сбытчики отравы, которые приезжают в разные города с целью распространения наркотиков. В нынешнем году таких случаев не было. Также радует, что в городе уже много лет не случаются летальные передозировки и случаи употребления наркотиков детьми и подростками. Отметим, что помочь в борьбе с торговцами смертью может каждый неравнодушный человек. При обнаружении лиц, которые вам кажутся странными, да, они там ходят по лесу, ищут что-то, особенно там в вечернее время, необходимо обратиться в МВД России по городу Когалыму в дежурную часть по телефону 236-02, либо же 102.